Так, давайте, погнали. На живот. Вытяжение. Она больше ломаная. Ну да. Именно вот эта костяшка, трещина. Такая же тема была в подростковом возрасте сама. А потом тяжело было вообще упор делать. Девочку качали, не качали, называется. Так только как-то завернулась. Я еще неделю ходила, молчала, потому что я была наказанная, и я не должна была ходить гулять. Я ходила вот так вот с рукой, мне мама: что ты на трубку держишь? И все, у меня слезы на синяя, вся опухшая. Да, неделя — это же значит, она уже там зарасти, наверное, успела. Ну да. Да, детские истории всегда. Журнал не ромаш. Давайте грудь вверх сначала. А. Да, грудь. Нога торчит. Видео тоже снимать. Ну ничего уже. Можете руку чуть-чуть в сторону, чтобы не ухо зажимать шею. Да, вот, вот как левую. Вот сейчас хорошо. Чуть посвободнее шеи, плечо себя чувствует тогда. Да, можете лицом сюда, кстати, камеру повернуть, чтобы уже все было по красоте. Спина, да? Да, лопатки прям хорошо так. Спина. Давайте раз. Два. Два. И перевернешь. О, носок, да, на себя футбольный. Да, пальцы прям кончиками пальцев за затылок держите, себе с хвост примерно. Два. Вот сейчас, да, классно. Ну классно, да. Делайте, можете чуть-чуть быстрее. Это слишком уж. Нет, хорошо. Да, можно и медленнее. Просто так вы будете уставать. Хотя если на четвертый круг, если у вас только сил, ну значит вам нужно 8 кругов делать прямо. Я марафончица, я не спринтер. Я тоже так, я тоже так тоже. Я лучше буду медленно, но долго. Все-таки, да, когда делаешь медленнее, меньше травмоопасности и больше вовлечения и тела, мышц. Чувствуешь? Да. Опорная прямая клетка. Да. Так больше он будет работать. И еще по два раза в каждую сторону. Семь. Семь. И взгляд.
лучше выйти на оправдание. 8. Больше прямой не буду делать в ногах. Ну, на четвертый круг это простите. Даже в ногах тут сопростительно. Просто то, что вы уже делаете, тоже хорошо. Супер. Теперь чего? Теперь дай по мне. Да. Раз. Постараться корпус и таз более-менее не двигать. Носок всегда утюгов. И взгляд тоже всегда в пол. Опорный локоть слегка согнутый, да. Ну, хотя бы вот просто в сильном положении он, да, не блокировать его. Взгляд в пол, как всегда. Хоп, повернулись, да, шею вытянули и погнали. Раз, удар. Угу. Два. Три. Ну, четко делайте, хорошо. Четыре. Да. Сработали. Пять. Локоть держать. Шесть. Распределите на ладонь тоже дайте. Пальцы напрягите. Да. Возьмем сейчас нагрузки. Семь. Еще одно. Отлично. Кисть вниз положите. Сюда смотреть, а больше в сторону, когда будет правильно. Шею вытянуть опять, да. Раз. Таз чуть ближе. Два локоть. Три ладони сильную сделать. Четыре носок на себя. Пять локоть. Корпус держать. Шесть. Локоть. Семь. Чисто последний. Садитесь, ноги. И сейчас дыхательную последовательность сделаем, и я остановлю видео. Потом основную занятие делать. Можно с ладонями, можно без ладони. Если чувствуете, что где работает. Делаем вдох только в живот и стараться. Давайте вдох. Пауза. Выдох из живота. Пауза. Вдох в грудь. Нижние ребра вверх идут. Пауза. Выдох из груди. Пауза. Полный вдох снизу вверх, живот, грудь. Пауза, плечи вниз ушли. И полный опустошающий выдох. И опустошаем и грудь, и живот. Пауза, выпрямились. Я не могу. Да, на вакуум сразу, да, образовалось. Ничего страшного. Глаза закрывайте и посидите. Закрытые глаза.